для тела нашего поросенка нужно 40 грамм мастички. Скатали шарик. Шарик постарались скатать как можно. Лучше, чтобы не было трещин и заломов. Раскатали. И начинаем выкатывать вперед. Делаем вот такую вот игрушку. Такую вот игрушку. Сразу ее здесь прибиваю. Это наша шейка такая. По высоте данная фигурка 5 сантиметров, по ширине 3,5, верхняя часть 2 сантиметра, здесь 1,5 сантиметра, здесь 3 сантиметра. Вот наша красопетушка. Перед тем, как будем делать ножки, нам надо сделать следующее, его расчесать. Поэтому сразу стыком. Нам надо по 4,5 грамма. Скатали вот такую капельку. Капелька эта по длине 3 сантиметра. Где-то 0,6 сантиметров у нас передняя часть. И вот здесь в районе 1,5. Сразу мы с вами прибиваем на пальчик. И смотрите, вот прям положила на пальчик. И вот так слегка прибила. Нам надо, чтобы здесь была ровная часть, а здесь была кругленькая часть. Также пока на пальчике, мы опять расчесываем наши вот эти ножки. Да, вот, кстати, вот насчет йогурта. Йогурт должен быть только творожный. Не жидкий йогурт, а йогурт творожный. Маленькие шарики, но я не знаю, зависит или нет. Это наши копытца будут на ножке. 0,30 грамм. Эти копытца. Даже слушайте, вот это 0,30 грамм делим пополам. Они тут нужны вообще капец. Микро-микро-микро копытца эти. Вот такие прям. Ну, по 0,15, грубо говоря, получается. Ножку нам надо по 3,5 грамма. Это на передней ножке. На задней было 4,5, 3,5 на передней. Поросенок будет белый с серыми пятнышками. Скатали круглый шарик. Начинаем выкатывать капельку. Снизу, как всегда, потоньше. Сверху, как всегда, потолще. На пальчике, на нашем, прибиваем все точно так же, как мы делали с задней ногой. Нам нужен здесь ровный край. Сейчас. Так. У меня это получается 3,5 сантиметра. Вот эта часть у меня 0,6 сантиметров. Здесь по ширине получается вот почти 1,5-1,4. Сразу приклеиваем. И сразу приклеиваем вот эти еще одни, которые 0,3. Мы делим напополам. Приклеиваем это копытце. Сразу. Вставляем ножку. И вот так слегка. Делаем пятнышки, берем серую мастику, такую же, как мы использовали на копытца, пальчиком. И начинаем опять же все это дело расчесывать.
такой порося. А теперь у него здесь на шее такая пушнинка. О, ну, видишь, тебе как раз хорошо. Вот эта грудинка весит 2 грамма. Что там Бразилия нам говорит? Спасибо. Thank you very much, да? Это точно Бразилия поймет. Такое вот яйцо, как бы. Приплюскиваем слегка. Ну, не сильно только. Слегка приплюскиваем. И теперь нам нужно поделить эту голову пополам. Вот смотрите, на две части, не пополам, а на две части. У меня это, сколько, 5,5 сантиметра. По ширине сейчас тоже вам скажу. Это 4,5 сантиметра. И вот смотрите, нам нужно занизить так, чтобы где-то вот линия глаз и его носика была вот здесь. То есть по сантиметрам, это вот 2 сантиметра отходим мы. Бубу я сама не вижу. Так, и начинаем вытягивать здесь. Аккуратненько прижимаем и вытягиваем. У нас должна остаться такая вот яйцеголовая фигурка. Видите, вот так у вас должно быть. Настолько занижено. Теперь слегка оттягиваем бока. Не знаю, как это на камеру показать. Мне кажется, мы уже это столько раз делали. Но всегда найдется тот, кто не видел. Вот так оттягиваем бока. Постепенно. Сильно не надо много. Главное задать вот этот вот край. Да. И все. То есть вот небольшой край. Мы должны вот этот с вами задать. В принципе, на этом все. Далее. Нам нужно сделать ему вот эту моську, его пятачок. Для этого пятачка нам с вами понадобится вот такой вот стек. Вот этот стек. Делаем следующее. Вот теперь визуально нашу голову мы делим пополам. От половины делим еще пополам. Да? То есть вот разделили пополам, от половины еще пополам. И вот на вот этой половине, которую мы разделили, мы ставим с вами вот эти вот дырочки. Вот так. Достаточно далеко. Берем, как всегда, скальпель. Разрезаем такую улыбашечку. Начинаем ее приподнимать. Так, теперь берем розовый мастик и сделаем его пятачок. 1 грамм берем на нос. Я уже подумала о том, что нам нужно сделать видосики на английском языке, пустить субтитры какие-то.
Теперь делаем ему уши. Итак, на каждое ухо мы берем по 4 грамма белой мастики и по 0,5 грамма розовой. Сделали вот такие большие уши. Что у нас тут? 2,5 на 2,5 почти. Растягиваем нашу розовую мастику тоже приблизительно по размеру этого внутреннего ушка. Я вам скажу, сколько у меня получилось. Два на два. Вот так вот. Лишнее вот это отрезаем. Делаем такой острый край. Смазываем клеем. И таким вот макаром приклеиваем наше ухо. Подтягиваем шурочки. Хвостик еще нам надо сделать нашему жулику. 1 грамм мы берем на хвостик. Раскатываем вот такую длинную колбаску. Это у нас 3 сантиметра. Весит наш красавчик 139 грамм. Коняха. По сантиметрика наш зайчик, мальчик, 9 до ушек, а если с ушками 9,5 сантиметров.